Не забудьте вернуть их волонтерам по завершении церемонии, так как они не являются сувенирной продукцией и не работают за пределами площадки. Мы заботимся о вашей безопасности. Нахождение в маске является обязательным условием. Ladies and gentlemen, in order to feel part of the show, you will be handed the glowing LED sticks. We ask you to hand them back to volunteers after the end of ceremony, because they are not souvenirs and invalid outside the place. And please, don't forget to wear your mask. Уважаемые гости, приветствуем вас на торжественной церемонии открытия 6-й Всемирной Фольклориады CIOFF. Хөрмәтле кунактар, һезне 6-сы халыкара CIOFF Фольклориаданың асу тантанасында ихлас күңелдән тәбриклейбез. Ladies and gentlemen, we are happy to greet you at the grand opening ceremony of the 6th CIOFF World Folkloriada. Thank you.
Әйтәм, яқшылық болған атығы, кіші болған затығы, яманға жол қоймағы, яқшынан баш тартмағы.
Thank you.
летит небесный мотив, собой наполняя весь мир. Прямо в нас зазвучало в этот миг. Рука в руке мы идем, вращая планету вперед. И наши голоса слились в один большой. Уважаемые гости, начинается официальная часть церемонии открытия 6-й Всемирной Фольклориады CIOFF. Ladies and gentlemen, the official part of the grand opening ceremony of the 6th World Folkloriada is starting. Внимание! Вносится флаг Фольклориады 2021. Attention, please. 2021 Фольклориада flag is being brought in.
Встречаем страны-участницы шестой всемирной фольклориады CIOFF. And now, meet the participants of the sixth CIOFF World Folkloriada. Albania. Albania. Austria. Austria. Azerbaijan. Azerbaijan. Belarus. Belarus. Benin. Benin. Bolivia. Bolivia. Bulgaria. Bulgaria. Cameroon. Cameroon. Chile. Chile. Colombia. Colombia. Costa Rica. Costa Rica. Хорватия. Croatia. Ecuador. Ecuador. Estonia. Estonia. Francia. Греция. Greece. Венгрия. Hungary. Индия. Индия. Индонезия. Индонезия. Италия. Италия. Казахстан. Казахстан. Кыргызстан. Кыргызстан. Мексика. Мексико. Черногория. Монтенегро. Северная Македония. Палестина. Палестин. Панама. Панама. Парагвай. Парагвай. Перу. Польша. Пола. Румыния. Румыния. Словакия. Словакия.
Испания! Спейн! Швейцария! Свитцерленд! Соединенные Штаты Америки! United States of America! Узбекистан! Узбекистан! Российская Федерация! And Russian Federation! Адрес участников Всемирной Фольклориады поступила поздравительная телеграмма от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Позвольте ее зачитать. Дорогие друзья, рад приветствовать вас по случаю открытия в Уфе 6-й Всемирной Фольклориады. Символично, что ваш фестиваль проходит в многонациональном Башкортостане, на гостеприимной земле которого в мире и согласии живут представители разных народов и религий. Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия – один из ключевых государственных приоритетов. И, конечно, мы по праву гордимся богатейшими традициями народного искусства, передающимися из поколения в поколение, ярким созвездием фольклорных коллективов и талантливых исполнителей, искусными мастерами знаменитых на весь мир художественных промыслов. Уверен, что ваш форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, познакомит гостей с самобытным творчеством артистов, музыкантов, танцоров из многих стран, подарит всем добрые, незабываемые впечатления. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Welcoming address on behalf of the President of the Russian Federation, Владимир Путин. Dear friends, I am glad to welcome you on the occasion of the opening of the 6th World Folkloriada in Ufa. It is symbolic that your festival takes place in multinational Bashkortostan, where representatives of different peoples and religions live in peace and harmony, caring for the preservation of our unique historical, cultural, spiritual heritage is one of the key priorities, and of course we are rightfully proud of the richest traditions of folk art passing from generation to generation. A bright constellation of folklore groups and talented performers, skillful masters of world-famous art crafts. I am sure that the festival will take place in an atmosphere of friendship and mutual understanding. Will acquire guests with the original work of artists, musicians, dancers from different countries, will give everyone a good, unforgettable experience. The President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Для приветственного слова и участия в церемонии открытия на сцену приглашаются. For a welcoming speech and taking part in the opening ceremony, we invite to the stage. Глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. The head
of the Republic of Bashkortostan, Ради Фаритович Хабиров. Президент Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Бассан. The President of International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folklore Arts, Филипп Бассан. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. The floor is given to the head of the Republic of Bashkortostan, Radi Faritovich Khabirov. Hayırlı gün, kadarlı dostlar. Bashkortostan, barıgızla ihlas selamlay. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует Башкортостан. Good day, dear friends, and welcome to Bashkortostan. Мы очень долго ждали этого дня. И сегодня шестая всемирная фольклориада проходит здесь, в гостеприимном Башкортостане. We have been waiting for this day for a very long time, and now the sixth CIOFF Folkloriada is hosted here in Bashkortostan, in hospitable land. Для нас большая честь, что здесь, в Башкортостане, в Уфе, в самом сердце Евразии, где встречаются Европа и Азия, мы сегодня вместе собрались. It is a great honor for us that here in Ufa, in Bashkortostan, where Asia and Europe meet, we have finally gathered together. Здесь, в Башкортостане, проживает более 160 национальностей, представители всех мировых религий. И мы все, конечно, разные. У нас разные культуры, у нас разные обычаи, у нас разные традиции, но сегодня мы вместе. We have more than 160 nationalities living in the Republic. We have different religions, different traditions and different customs. However, today we are together here. И независимо от границ, которые разделяют наше государство, мы все люди. И мы все хотим дружить, мы все хотим любить, мы все хотим открывать друг другу самые лучшие стороны и качества наших народов. And despite the fact that all of us are borders with different boundaries, however, we are all people. We are striving for friendship, for love, and we want to discover more and more good among ourselves. Я надеюсь, что представители 37 государств, которые сегодня здесь, в Башкортостане, увезут самые добрые воспоминания и новых друзей. And I really hope that representatives of 37 countries present here are going to leave this land with lots of new friends and great memories. Уже первые дни фольклориады напоминают нам ту атмосферу, которая была на Всемирном форуме молодежи в Москве в 1957 году, на чемпионате мира по футболу в Москве, на всех крупных международных мероприятиях, где люди просто общаются, и атмосфера очень добрая и открытая. Even the first days of the Folkloriada are reminding us of this amazing atmosphere of the Youth Forum held in Moscow in 1957 and of the World Cup held all across Russia, because everything is so pleasant, friendly and cheerful. Позвольте. Пусть Folkloriada будет местом
обмена лучшими традициями, культурой, музыкой наших народов. Позвольте пожелать вам всем мира, добра, благополучия. Welcome to Bashkortostan. Bashkortostanga rahim etigiz. Let Folkloriada be the place to exchange our great attitudes, our mood, and our experiences and our traditions. Welcome to Bashkortostan. Слово предоставляется президенту Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппу Бассану. The floor is given to the president of International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folklore Arts, Philippe Bossan. Let me greet you all on behalf of the World CIOFF International Organization. Позвольте поприветствовать всех вас от лица CIOFF, международной организации. 50 years ago, CIOFF was created in Conflans, in France, by Henri Coursager as an NGO to provide a network for international folklore festivals and promote traditional arts all over the world. 50 лет назад CIOFF был создан во Франции для того, в качестве негосударственной организации по продвижению и сохранению нематериального и культурного наследия по всему миру. CIOFF has developed through many congresses, forums, cultural conferences, folkloriadas, and many other cultural events with a very visible aim to safeguard, promote, and present all forms of intangible cultural heritage. И для сохранения всех форм нематериального культурного наследия CIOFF организовывает форумы, конференции, фольклориады и прочие мероприятия. CIOFF considers intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Tangible Cultural Heritage. Согласно Конвенции ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, CIOFF считает эту деятельность главной для устойчивого развития. According to CIOFF, an international folklore festival will be fully accomplished as a meeting place for cultures when it is organized in the spirit of friendship and promoting a culture of peace. И задача CIOFF организовывать фестивали в той форме, которая будет продвигать идеи мира, дружбы и обмена культурам. We realized that CIOFF international festivals are representing the worldwide contribution to safeguard living traditions and together with other cultural activities, CIOFF, being accredited in UNESCO, is a real partner of promoting most important UNESCO aims, building peace in the world of today and tomorrow. Будучи аккредитованным ЮНЕСКО, CIOFF занимается продвижением мира и дружбы по всему миру за счет обмена культурными ценностями и организации международных мероприятий. The CIOFF flagship event is the CIOFF World Folkloriada, a worldwide festival that has its aim to bring together representatives of intangible cultural heritage of all national sections of CIOFF. Задача фольклориады заключается в том, чтобы собрать вместе всех представителей нематериального культурного наследования всех стран-представителей CIOFF. I would like to congratulate the organizers of the 6th CIOFF World Folkloriada in Bashkortostan, Russian Federation, for the huge capacity of organizing such a big event during a very complicated period of pandemia. И хотелось бы поздравить организаторов Республики Башкортостан и Российскую Федерацию за организацию такого сложного и масштабного мероприятия, учитывая сложность международной обстановки, которая наблюдается здесь и сейчас. Having almost 40 countries.
having almost 40 countries to celebrate friendship among the world in Ufa is really fantastic today. Собрать практически 40 стран, которые празднуют дружбу и мир друг с другом, это поистине прекрасно. My sincere congratulations to the Ministry of Culture of Russia, to the government of Bashkortostan, to the Russian CIOFF National Section, and to all the team working hardly in Ufa since 5 years. Поздравляю Министерство культуры Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан, российскую секцию CIOFF за усердный труд по организации этого мероприятия. I would like also to welcome here in Ufa all the groups, artists, dancers, musicians, participants, members, and CIOFF national delegates coming from all over the world for this important and huge event organized in the Republic of Bashkortostan. И, конечно же, хочется поприветствовать и поздравить все те коллективы танцоров, певцов, вокалистов и других представителей нематериального культурного наследования, которым удалось прибыть сюда, в Уфу, Республика Башкортостан. Mr. President, now let me just a little surprise for you. I will try to do my best. It is a promise that I made to Arthur. He's somewhere here. Господин глава республики, у меня есть небольшой сюрприз для вас, потому что я сделал обещание, которое я сейчас постараюсь исполнить в меру своих сил. Эйзагез, берге, бейеек, музыка, король даренда, уйнаяк. Эйзагез, дустар. Yerlayak, Berge, Bergele, Beldonyane, Tayela, Yakshirak, Itayek. For the group, it was in Bashkir language. Let's dance together. Let's play music together. Let's sing together. Let's build a better world all together in Ufa. Давайте вместе петь песни, танцевать, исполнять музыку и вместе выстроим новый мир в Уфе. I declare officially the 6th CIOFF World Folkloriada open in Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian Federation. Happy day! Шестая всемирная фольклориада объявляется открытой. Вас, дорогие гости, более 2000 участников со всех уголков мира собрались сегодня в самом сердце Евразии, Республике Башкортостан, чтобы отдать дань уважения своим корням, поделиться уникальным культурным наследием. It's a great honor for our republic to greet you, our dear guests. More than 2,000 participants from all over the world gathered together today in the very heart of Eurasia, the Republic of Bashkortostan, to pay our respect to our roots, to share our unique culture heritage. Под сенью мирового древа сегодня собрались более 35 стран и более 200 национальностей. Напитавшись энергией дружбы и вдохновения, начинает цвести мировое древо. Тысячи ростков фольклориады разлетятся по всему свету, даря мир и согласие на планете. Under the shadow of the world tree, more than 35 countries and more than
200 nationalities came together. Get energized from friendship and atmosphere. The world tree is starting to bloom. Thousands of Folkloriada seeds fly out all over the world, spreading peace and harmony on our planet. Dünyala min millet, her halıkta var kudret. Dili dəni qırb qədər.
яштарга керек. Фотлайган бурундан, амалынган ердарга, ярмышыр алыптан, бары хэбір талыптан. Хин болхан, мин болхан, уға улым дылдыл, хангас қырайы, фольклориада, о! Фольклориада, хей-хо! Фольклориада, хей-хо! From my heart to your soul, фольклориада. Байрам көндәре көтә. Киләһе осрашканга тиклем, һау булыгыз. Уважаемые зрители, пожалуйста, сдайте световые палки в специальные контейнеры, когда закончится мероприятие. Они не работают за пределами этой площадки. Спасибо заранее.
Уважаемые зрители, пожалуйста, сдайте световые палки в специальные контейнеры, когда закончится мероприятие. Они не работают за пределами этой площадки. Спасибо заранее.